Всем привет! Это 12-я часть серии о 12-й международной выставке «Навитех» и 32-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне «Форум Экспоцентра» в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Научно-производственное объединение «Техника-сервис» TS Computers специализируется на производстве 1. Мобильных и стационарных вычислительных средств для тяжелых условий эксплуатации, таких как удары, вибрации, влага, пыль, агрессивные среды. 2. Корпоративных рабочих станций, серверов и персональных компьютеров повышенной надежности для офисных и полупромышленных условий эксплуатации. 3. Заказных вычислительных систем со специальными требованиями. В данное время компьютерная техника TS Computers является реальной альтернативой аналогичным изделиям известных зарубежных производителей компьютерной техники. Многие крупные производственные предприятия, коммерческие структуры, банки, муниципальные учреждения, которые раньше приобретали компьютерную технику у известных иностранных производителей, в данный момент предпочитают использовать технику TS Computers, так как она не уступает зарубежным аналогам в надежности, качестве и производительности, а в большинстве случаев даже опережает, а стоимость конечного продукта ниже в 1,5-2 раза. Ноутбуки и настольные компьютеры TS Computers заняли первое место по интегральному показателю качества среди изделий других производителей фактически на всех испытаниях, проводившихся редакциями журналов Computer Press, PC Magazine, Byte и Компьютеры Мы. Согласно опросу покупателей, проведенному независимым информационным агентством Price Express и редакцией журнала PC Magazine, компания TS Computers заняла первое место среди ведущих российских производителей компьютеров по надежности техники, качеству ремонта и технической поддержки. По результатам выборочного тестирования 16 столичных компьютерных салонов в магазинах, проведенному журналом «Потребитель», фирменный салон НПО «Техника-сервис» набрал наибольшую сумму баллов и был назван самым универсальным компьютерным магазином, нацеленным на любого покупателя. Промышленные ноутбуки НПО «Техника-сервис» завоевали известность во многих странах мира, превосходя своих конкурентов по целому ряду характеристик и благодаря проведению следующих работ. Первое. При проектировании систем тщательно специфицируются необходимые компоненты на основе требований полной взаимной аппаратной программной совместимости с операционными системами. Второе. В производственный отдел поступают компоненты, прошедшие входной контроль с помощью специальных средств и лишь того производителя, который обеспечил минимальный процент рекламаций. Третье. В отделе технического контроля все 100% готовых изделий проходит расширенный выходной контроль. Стенд компании TS Computers привлекал не только специалистов, но и людей, просто увлеченных компьютерной техникой. Группа компаний «Спектр» образована в 2009 году. Основные направления деятельности ГК «Спектр»: 1. Разработка и поставка встраиваемых компьютерных систем. 2. Проектирование и поставка систем гарантированного и бесперебойного электропитания. 3. Проектирование и поставка программно-аппаратных комплексов. 4. Поставка информационно-управляющих систем. 5.
разработка систем бесперебойного электропитания, электронной аппаратуры с кондуктивным теплоотводом. 6. Поставка электромонтажного и монтажно-установочного оборудования. Спектр PC является официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей электротехнического рынка, что позволяет продавать оборудование заказчикам по самым выгодным ценам и поставлять его в кратчайшие сроки, соблюдая все режимы проведения данных процедур. Eaton является мировым технологическим лидером в производстве компонентов, систем и предоставлении услуг для обеспечения качества распределения и управления электропитанием, гидравлических компонентов для промышленных и мобильных приложений, топливных, гидравлических и пневматических систем для военной и гражданской авиации, комплектующих, обеспечивающих улучшение эксплуатационных характеристик, экономию топлива и безопасность легковых и грузовых автомобилей. Электротехническая продукция компании Eaton – это выключатели защиты двигателей, силовые автоматические выключатели, выключатели нагрузки, вакуумные выключатели среднего напряжения, распределительные системы и щиты, контакторы и устройства плавного пуска, панели оператора с интегрированным ПЛК, измерительные системы, инженерные системы, диагностика и сервисное обслуживание. Компания Eaton предлагает комплексное решение для обеспечения надежного и качественного электропитания, включая источники бесперебойного питания, ИБП, сетевые фильтры, устройства регулировки воздушных потоков, модули распределения питания, ПДУ, оборудование дистанционного мониторинга, стоечные шкафы, а также дополнительные услуги и программное обеспечение. Линейка Eaton Ellipse Eco – энергоэффективная защита для компьютеров и рабочих станций благодаря эффективному схемотехническому дизайну и функции Eco Control в USB-моделях, которая автоматически отключает периферийные устройства при выключении основного оборудования. Eaton Ellipse Eco помогает вам сэкономить до 25% электроэнергии по сравнению с ИБП предыдущего поколения. ИБП серии 5E – это линейно-интерактивный ИБП по доступной цене. Функция автоматического регулирования напряжения AVR позволяет ИБП работать при повышенном или пониженном напряжении сети без перехода на питание от батареи. Имеет новый интерфейс с ЖК-дисплеем, отображает точное значение входного и выходного напряжения, нагрузки, заряда батареи и расчетного времени автономной работы. Предусмотрена возможность настройки выходного напряжения, звуковой сигнализации и чувствительности. Благодаря онлайн-технологии двойного преобразования Eaton 9E постоянно отслеживает состояние электропитания и регулирует напряжение и частоту. Eaton 9SX является заменой серии ИБП Eaton 9130. Источник бесперебойного питания Eaton 9155 с двойным преобразованием напряжения, высокая производительность. Топология двойного преобразования обеспечивает максимальный уровень защиты подключенной электроники от всех возможных проблем, возникающих в питающей сети. Благодаря бестрансформаторному дизайну и высокоточным технологиям измерения и управления, КПД 9155 достигает 91%. Источник бесперебойного питания Eaton 93PS позволяет уменьшить эксплуатационные расходы. КПД более 96% в режиме двойного преобразования.
до 99% КПД в режиме энергосбережения. Масштабируемая архитектура и возможность наращивания мощности ИБП с ростом нагрузки позволяют минимизировать капитальные затраты. Параллельное подключение до 4 устройств. ИБП EATON 9PHD – прочная конструкция, подходящая для сложных условий эксплуатации. Защита от грязи, пыли, воды и влаги благодаря корпусу со степенью защиты от P23 до IP54. Печатные платы с комфортным покрытием, прочный шкаф, способный выдерживать вибрацию и сейсмические воздействия. Линейка устройств EATON PDU G3 третьего поколения разработана для того, чтобы предоставить надежное и экономически выгодное распределение электроэнергии для IT-оборудования наряду с высокоточным контролем и управлением. Система фиксации и грип для защиты стандартных силовых кабелей с рычагом, который встроен в каждый выход. После того, как рычаги войдут в положение фиксации, вилки кабелей будут закреплены от случайного отключения из-за ударов или вибраций. Разъемы ЕПДУ также совместимы с кабелями питания ПЛОК. Модули управления ПДУ EATON имеют возможность горячей замены, то есть модернизации или ремонт без прерывания питания и подключенного оборудования в стойке. Есть возможность гирляндного подключения до 8 ЕПДУ с использованием одного сетевого порта и IP-адреса. Снижаются затраты на инфраструктуру сети до 87%. Управляемые блоки распределения питания в стойках имеют возможность управления мощностью на уровне сервера, а также удаленный контроль и перезагрузку устройств переключения оборудования. Компания Supertel – это российский производитель цифровых систем телекоммуникаций с единым отечественным программным управлением. ОАО «Supertel» создана в 1993 году на базе одного из государственных научно-производственных объединений промышленности средств связи и является одним из ведущих отечественных предприятий в области разработки и производства современных инфокоммуникационных комплексов оборудования на основе сетевых технологий. Выпускаемое телекоммуникационное оборудование мультисервисных транспортных сетей и сетей широкополосного доступа с большой номенклатурой интерфейсных блоков отвечает современным требованиям по защите информации, имеет сетевую систему управления собственной разработки с пользовательским интерфейсом на русском языке, а также необходимые сертификаты в области связи. Надежность и качество оборудования обусловили значительные объемы поставок на сети связи единой сети электросвязи Российской Федерации, в том числе на сети общего пользования ОАО РЖД, гражданской авиации, компаний топливно-энергетического комплекса, а также на сети связи органов государственного управления. В настоящее время во всех регионах страны и за рубежом эксплуатируется более 40 тысяч единиц оборудования ОАО «Supertel». ОАО «Supertel» разрабатывает и производит оборудование транспортных сетей, оборудование сетей абонентского доступа, сетевые системы управления и измерительное оборудование –